это я вам реальные джунгли сейчас хочу показать. Сначала себя, пока слонов не видать и всех остальных обитателей. Но это обманчиво все. Вот так вот я хожу. Видите, да? Звук интересный. Такой вот дрыник у меня на лямочке, на балансе, чтобы рука была свободна. Тут у меня на поясе вот такой вот ножик, очень хороший нож. Это по спецзаказу сделан. Надежа. Вот. Такие дела. Вот мы сейчас самых что ни на есть. В джунглях. В самой сердцевиночке. Тут такой... Такая затока, только что два самбара, два большущих оленя стояли прямо передо мной, бились рогами. Я только отодвинулся на полшага, полминуты их наблюдал, это не галлюцинация, на полшага сдвинулся, чтобы камерой их взять. Нету, пусто. Как это произошло? Нет ответа. Потому что на полноценные вопросы ответов нет. Только на недоумочные. А сейчас вам покажу реальные джунгли. Смотрите. Сейчас. Вот такие симфонические бамбуковые кусты, как ноты, как партитура разбросаны. Это вообще слоновья тропа. Там вот ручей течет. Там я сидел как-то месячишку назад. И прямо за моим плечом сидел, лежал, то есть, варан огромный. Я его даже не почувствовал, как он приблизился. Обернулся. Он в рукопашную помчался назад. Не на меня, нет. Вот тут лангуры сидели, когда я подходил. Все дерево было занавешено ими. Дали дёру и олежки пятнистые. Вот смотрите. Вот это я себе тут выбирал такое местечко. Еще месячишку назад я выбрал его. Видите, да? Вот такая штуковина. Вот ее можно использовать для засады. Можно, конечно, и стать. Не очень ты будешь виден. Но слон тебя всюду достанет. Можно взобраться. Но вот эта вот неспасительная ветка. Тут где-то 4,5-5 метра. Для слона это... не высота. Вот, только что проходил свежий помет и медведя губача, и слоновий. Слона я вот здесь, вот тут вчера еще видел, слониху. Ну хорошо. Уже смеркается, надо потихоньку возвращаться. Я же даже без фонаря хожу сюда. Потому как нельзя привлекать светом егерей в этой моей нелегалке, в этих вылазках. Ах, какие! Ах, какая вязь! Древесная, Вавилон! Красотень! Вон следы. Видите, да? Слоновья. Но это дня... где-то третьего дня. Вон, как кактусы пристроились на дереве. Ого. Мило. Хорошо же. Закончим вот этой
водичкой. Я ее уже попил. Это привет тем, которые вздрагивают при слове «Индия», думая о антисанитарии. Из деревни течет, то есть через деревню водичка. Чудесная вода. Я ее тут попиваю ежедневно. Ну, до свидания. Прямо воткнулся в него по той стороне. 5 метров. Просто лицом в него. И говорю себе, еще иду, говорю: Кузя, не отвлекайся. Не отвлекайся, внимание. В него. А их двое. Их двое, оказывается, даже второго не увидел. Тихо развернулся и задний ход. Ну не тихо-тихо, куда уж там тихо. Отождался. А вон и малюточка. Наслаждался. А тут сейчас надо думать, надо решать что-то. Ждать. А потом в темноте идти. Идти в темноте, не шуточки. Они могут за каждым деревом стоять.
Никуда они не ушли. Так и стояли в темноте у воды, и я снова едва не ткнулся в них на повороте тропы. В деревню я вернулся не скоро, пробираясь сквозь джунгли почти на ощупь. Но это отдельная история, не здесь и не с этими снимками. Тихо, даже шептать нельзя, очень близко. Но в прошлый раз было так обманчиво. Я пошел, думал, ушли они, а они вернулись. И я чуть лбом с ними не столкнулся. Такие дела. Now.